أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, мы сегодня расскажем, иншаллах, про одного сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, чтобы мы знали своих предков, чтобы мы знали свою исламскую историю. Это очень важно. Наша молодежь в сегодняшний день подражают разным людям. Подражают футболистам, киноактерам и другим людям. А мы должны, мусульмане, подражать нашим праведным алимам, сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, и другим хорошим людям. У нас много людей в нашем исламском мире, после послания пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, посланникам на всю умму, много было таких людей, известных людей, с хорошими нравами, с храбростью и другими качествами, чтобы им мы подражали. Сказано, «Ман ташаббаха бил кауми фахуа минхум». Тот, кто будет усердствоваться, быть похожим на одних людей, то он из них, будет из них. И мы знаем, в то время, когда фараон правил, был такой человек, шут был у фараона по имени, его тоже звали Муса, его называли также Самири, который после... Потом этот сделал теленка из золота и направил людей поклониться этому теленку. Этот человек, когда был шутом у фараона, он ходил, одел халат и говорил, вот так ходит Муса, алейхиссалям. Он это говорил и походил на него, издеваясь над ним. Но даже это спасло его, когда все другие люди вместе с фараоном утонули, он тоже среди них был. Но этот один человек спасся из-за того, что он вел себя, даже издеваясь, как Муса, алейхиссалам, ходил, как он, одевался, как он, чтобы люди смеялись, чтоб смешить людей. Если мы будем от всего сердца прислушиваться и изучать нашу историю, историю пророка, жизнь пророка, жизнь сахабов, сподвижников и других великих алимов, имамов, наших устазов, достойных людей, и будем походить на них, то, иншааллах, нам будет большое воздаяние за это. Сегодня мы расскажем про Абдулло, сына Хузафата, ас-Сахами. Во время правления Умар ас-Сахаба, радиаллаху анху, Умар ас-Сахаб отправил к византийцам на поход войско, исламское войско. В то время, когда арабы вели наступательный джихад. И для этого наступательного джихада в то время были все условия. Одним из условий является для наступательного джихада наличие предводителя мусульман. И этим предводителем мусульман был в то время второй праведный халиф Умар ас-Сахаб радиаллаху анху. И среди вот этого войска находился сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, Абдуллах ибн Хузафат ас-Сахами, который сражался
храбро, не жалея себя. Но война переменчива в успехе. И так случилось, что по воле Всевышнего Аллаха этот Абдуллах и другие мусульмане попали в плен к византийцам. И когда привели к царю византийцев Абдуллу, царь посмотрел на Абдуллу, и он увидел его молодым, таким радостным человеком, с сильным духом, и не увидел на его лице след встречи царя, след встречи пленника с царем. То есть он ничуть не боялся царя, и не он просил его, он не просил, этот Абдулла, радиаллаху анху, не просил царя, чтобы его оставили в живых, чтобы его освободили. Никакие такие слова он не говорил. Этот царь был наслышан хорошими качествами сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И он желал их увидеть до этого дня тоже. И когда он увидел Абдуллу, он его желание, охватило желание испытать Абдуллу, испытать его любовь к религии, испытать его добрые качества по отношению к своим друзьям, мусульманам. И этот царь предложил, сказал Абдулле: «О Абдулла, если ты примешь христианство, я дам тебе пол царства и все, что ты пожелаешь». Но этот царь подумал, что сможет купить, давая большую цену, сердце одного из сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он в этом, конечно же, ошибся. Абдуллах отказал продать свою религию за пол царства и даже за весь этот мир и все, что в ней находится. И когда увидел царь в нем чистоту его души, его величие и достоинство, его храбрость, попытался этот царь запугать Абдуллаха. Он сказал, приказал людям, чтобы забили его на стену гвоздями, этого Абдуллу, и стреляли в него из лука, пока его душа не покинет его тело. Это не испугало Абдуллаха. Он оставался улыбающимся, как будто он идет навстречу с любимым человеком, который давно не видел его, ждал этой встречи. То, что увидел царь от Абдуллаха, очень разозлило его. Царь сказал про себя: «Я буду его наказывать, мучить, как я не мучил, не наказывал никого до сих пор». И он приказал принести, что принесли большую кастрюлю, налили в нее воду, разожгли под ней огонь и приказал бросить в нее другого мусульманина, другого пленника из мусульман, которого привели и предложили ему тоже то, что предлагали Абдуллаху. Он, естественно, отказал и выбрал смерть. На пути Всевышнего Аллаха выбрал огонь этого дуньяла, этого мира, вместо адского огня. Абдулла рассказывает, что он был рядом, когда они бросали его в кипящую кастрюлю. И не прошло много времени, как появилась в кастрюле над водой, его кости появились. И в этот же миг кости растворились, как в соль в воде. Затем царь повернулся к Абдулле. Он подумал, что Абдуллаха испугало то, что он увидел. И что Абдулла боится смерти, как другие люди боятся ее. Царь сказал: «О Абдулла, ты или примешь христианство, или я отправлю тебя за твоим братом-мусульманином в кастрюлю». Абдулла отказал царю принять христианство. Он твердо и без сомнения стоял на своем.
И тогда царь приказал им бросить его в кипящую кастрюлю. Когда Абдуллаха вели бросить в кастрюлю, у него потекли слезы. Царь, увидев это, очень обрадовался. И он подумал, что достиг желаемого, и сказал: верните его быстро. Затем он спросил, издеваясь над Абдуллахом, радиаллаху анху: из-за чего ты плачешь, о Абдуллах? Не из-за любимой жены ли? Или из-за детей ли, которые далеко от тебя? Или же из-за жизни ли, которая закончится вскоре? Абдуллах вытер слезы руками и ответил. Он ответил ответом, которая вошла в историю и стала большим примером для последующих поколений. Абдуллах сказал: клянусь Аллахом, о царь, я не заплакал из-за жены, детей этого мира, родины. Я заплакал от того, что у меня одна жизнь, чтобы растворить в этой кастрюле ради Всевышнего Аллаха. О Всевышний Аллах, было бы у меня 100 000 жизней, чтобы умереть такой смертью на пути Всевышнего Аллаха. Из-за этого я плачу и стонаю, сказал он. Когда услышал ответ Абдуллаха, выходящий из сердца верующего, наполненный верой и твердостью в религии, ушло с царя величие царства. Абдуллах в глазах царя стал великим человеком, а сам царь по сравнению с ним стал никем. И когда увидел, посмотрел царь на связанного Абдуллаха, то увидел его, в своих глазах небесным ангелом, у которого величие царства и уважение царей, повелевающего. И желал царь приблизиться к этой чистой душе, и чтобы у них была духовная связь. Он хотел приближением к Абдуллаху получить себе пользу. Царь сказал: о Абдуллах, не поцелуешь ли ты меня в голову? Я освобожу тебя и отпущу за это. Он подумал, что достигнет цели. Кто же не поцелует царя и спасется этим от смерти? Но великая чистая душа Абдуллаха, которая выпила из источника ислама, отказалась спастись и жить в довольстве, оставив своих братьев-мусульман в плену в мучениях. Царь был в ожидании ответа Абдуллы, желая, чтобы он поцеловал его в лоб, и этим он осчастливил его. Царь подумал, что Абдуллах согласился, но Абдуллах ответил царю: освободишь ли ты меня и всех пленников-мусульман, если я поцелую тебя? Тогда еще больше увеличилось уважение царя к Абдулле. И удивился он от того, что он услышал. И сказал про себя: он не из людей, он безгрешный ангел. Так он повторил эти слова про себя. В действительности вера во Всевышнего Аллаха сделала верующего пленника царем, который приказывает, и сделала его врага никем после того, как он был могущественным царем. Затем сказал царь: хорошо, я согласен, я освобожу тебя и всех мусульман. Если даже у него попросили бы в этот момент его царство, он отдал бы ее без всяких сомнений. Как будто Абдуллах снял с него одежду царства и надел на него одежду рабства. Тем, что он утвердился в вере в Аллаха и предпочел братьев-мусульман, чем оставаться в живых. И тогда поцеловал Абдуллах царя в лоб, и достиг царь того, что он желал. Как будто весь мир и все, что в ней, было скрыто в губах Абдуллаха. И он этим поцелуем дал ему все.
Затем царь освободил Абдуллу и всех мусульман. Абдулла вместе с мусульманами вернулся к предводителю мусульман. Умар сын Хаттаба, радиаллаху анху, встал и встретил их радостно. Поцеловал в голову Абдуллы и сказал: «Хаккан аляль муслимина ан юкаббилу ра'са Абдилля». Он эти слова повторил дважды. Обязанностью мусульман является, чтобы все мусульмане целовали в голову Абдуллы. Так он повторил эти слова два раза. Абдулла был выпускником из медресе нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который утолил жажду из родника имана, оставивший след в истории, написанный золотыми буквами, и стал большим примером для последующего поколения. Он посеял семена веры, семена имана в сердцах молодежи, в котором нет места показухе, праведностью своего имана. Да одарит нас Всевышний Аллах баракатом таких праведных людей. Говорится, что нет будущего у народа, который не помнит свою историю. К этому можно добавить, что нет будущего и у тех, кто не стремится ее изучать. В полной мере это относится и к нам, дагестанцам. Имея богатую историю славных предков, мы не можем похвастаться, что знаем ее хорошо. Имам Шамиль, так же как и Абдулла, был получившим воспитание от наследников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И было между ними большое сходство. Как, например, после пленения нашего имама Шамиля, царь Николай сказал ему: «О тех религиозных целях, которых ты добивался, ведя войну, сейчас проси у меня», — сказал Николай. «Я исполню твою просьбу». Имам ответил: «Я никогда ничего не просил у Создания, оставил просьбу к Создателю, Субханаху ва Тааля. Особенно тебя, Николай, царя неверных, я ничего просить не буду». «Я не попрошайка», — сказал имам Шамиль. Николай тогда сказал, не возгордившись: «Если твоя религия не дает права просить меня, прикажи мне, и я выполню твой приказ». Когда Николай сказал так, имам повелел, чтобы не открывали публичные дома, не создавали армию из числа дагестанцев, не набирали из них наемников, не облагали налогами и так далее. Иначе говоря, все, что не соответствовало религии, имам запретил распространять в Дагестане. Об этом был составлен документ, и Николай подписал его. И после этого некоторые говорят, что имам Шамиль проиграл войну. Все, чего добивался имам, объявил ради этого войну, Николай взял на себя исполнить, подписав соответствующий документ по приказу имама Шамиля, который был уже у него в плену. Дай Аллах нам мудрости следовать за праведными имамами, устазами, за алимами, и да одарит нас Всевышний Аллах их баракатом и шафаатом. О Аллах, собери нас вместе с алимами, с имамами, с устазами в день суда, в раю, под флагом нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, лива ул хамдам. Валхамду лиллахи раббил аламин.